Мы закончили со спортом в конце 80-х. Разбились мечты, а дворовые будни катились по жизни, носы разбивая. Не стал третьяками, сальниковым бухой смотрел криминал. Зорко за нами готовил на смену себе парней крепких, кидали лохов и губили души, играя судьбами направо и налево. Россия! В 90-е годы бомжи на Невском, наркоманы в подъездах, ветер в голове и шиш в кармане, уроды по власти, друзья на нарах. Весело жили, кружили, не тужили, верили, что в жизни все не напрасно, думали, что с бицепсами жизнь прекрасна. Оказалось, крутые лишь яйца и скинули куда-то партнеры по команде, и мало кто из них заиграл хоть где-то. Кто пропал, кто по тюрьмам, кто в Вену, не австрийскую и не на пьедестале. Россия! 90-е годы, бомжи на проспектах, наркоманы в подъездах, ветер в голове и шиш в кармане, уроды во власти, друзья на нарах. Россия! 90-е годы, бомжи на вокзалах, наркоманы в подъездах, ветер в голове и шиш в кармане, ублюдки во власти, друзья на нарах. Пропали парни, талантливыми были, и готовили для славы и страны почета, но затерялись где-то их веселые лица на фотографиях в альбоме турниров и призеров. Россия! 90-е годы, бомжи на проспектах, наркоманы в подъездах, ветер в голове и шиш в кармане, уроды во власти, друзья на нарах. Россия! 90-е годы, бомжи на вокзалах, наркоманы в подъездах, ветер в голове и шиш в кармане, ублюдки во власти, друзья на нарах. Россия! 90-е годы, бомжи на Невском, наркоманы в подъездах, ветер в голове и шиш в кармане, уроды во власти, друзья на нарах. Россия! 90-е годы, бомжи на вокзалах, наркоманы в подъездах, ветер в голове и шиш в кармане, ублюдки во власти, друзья на нарах.